Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с паркетной доской от производителя Косвик. Это белорусская фабрика с канадскими инвестициями. Полы из натурального дерева от этой марки отличаются превосходным качеством и элегантным дизайном. Паркетная доска Косвик ничем не уступает своим аналогам, изготовленным в странах Западной и Центральной Европы, а цена этих напольных покрытий на порядок ниже. Компания Косвик не просто выпускает полы из натурального дерева, она выработала собственную стратегию развития и задает тенденции на рынке напольных покрытий во всей Восточной Европе. Уникальные тонировки, покрытия глянцевым лаком, что является очень большой редкостью в паркете, полуматовым лаком или маслом. Как известно, паркетная доска представляет собой планку из нескольких слоев дерева, уложенных поперек друг к другу. Традиционно паркетная доска состоит из трех слоев. Фабрика Косвик предлагает два вида паркетной доски из двух или трех слоев. При двухслойной конструкции общая толщина доски составляет почти 13 мм. Нижний слой выполнен из водостойкой березовой фанеры, при этом толщина верхнего слоя из ценных пород дерева составляет 4 мм. Этой толщины достаточно, чтобы перешлифовать покрытие 3-4 раза. Трехслойная паркетная доска Косвик имеет толщину 15 мм. В этом варианте нижний слой состоит из поперечных ламелей, а средний слой толщиной 8 мм представляет собой массив березы. Верхний слой декоративный, изготовлен из ценных пород дерева и, как и в двухслойном варианте, доступен для перешлифовки 3-4 раза. Как вы уже наверняка заметили, материалом для базовых слоев паркетной доски Косвик служат не хвойные породы дерева, как это принято у многих производителей, а именно береза. Сосна, ель характеризуются мягкостью древесины. Древесина березы на порядок тверже, ее плотность приближена к плотности дуба. За счет этого обеспечивается высокая прочность и стабильность напольного покрытия. Паркетная доска Косвик покрывается лаком, воском или маслом в заводских условиях. Для покрытия используется специальный лак Кос Нанотек, матовый или полуглянцевый. Масло, воск, натуральный или с добавлениями акрилатов, делают поверхность доски матовой и шелковистой. Каждый декор в ассортименте фабрики может быть покрыт лаком, маслом или воском на ваш выбор. Более того, каждый декор также может быть выполнен в разных вариантах конструкции. Именно вы выбираете, будет ли это массив доски, двух- или трехслойная паркетная доска. Стоит отметить, что паркетная доска Косвик выпускается только в однополосном дизайне. За счет этого напольное покрытие будет смотреться монолитно и внушительно.